Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил свой визит на Кубу и отправился в Парагвай и Бразилию. В Гаване состоялась его историческая встреча с Папой Римским Франциском, во время которой была подписана совместная декларация. Российско-кубинские отношения должны выйти на новый, более активный уровень развития, заявил в Гаване патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии вручения ему одной из высших государственных наград Кубы. Орден имени национального героя Кубы Хосе Марти патриарху Кириллу вручил во Дворце революции лично председатель Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро. Патриарх поблагодарил кубинский народ и лично Рауля Кастро за высокую оценку его трудов. Цитата: «Этим орденом вы наградили всю русскую православную церковь и в каком-то смысле весь наш народ, который сохраняет глубокие симпатии к трудолюбивому и свободолюбивому народу Кубы», отметил патриарх. Он вспомнил лозунг, произносившийся в Ленинграде во время визита лидера кубинской революции Фиделя Кастро «Вива Куба», с которым предстоятель Русской православной церкви также встретился во время своего визита.